Добрый день. Обзор на видеорегистратор PlayMe P300 Tetra. Два в одном в данном случае. Сымитируем включение зажигания. Видеорегистратор включился. Видеорегистратор плюс радар-детектор. В комплекте у него есть зарядное устройство, которое включается в GPS-датчик, крепящийся к стеклу. Далее уже идет крепление к самому видеорегистратору. В комплекте у него коробка с инструкцией и два адаптера для карт памяти. Пакет для упаковки. Функции какие здесь есть? Здесь штатный видеорегистратор. Сейчас продемонстрирую. Кнопочка меню справа. Разрешение Full HD полноценное. 30 кадров. Здесь не видно на видео, но есть Full HD 30 кадров полноценное. Установка дата времени. Настроек достаточно много на самом-то деле. Регулировка громкости, ограничение скорости, включение-выключение различных диапазонов, изменение разрешения, режим VDR, метка времени, цикл записи 1 минута, 3 минуты, 5 минут, датчик движения. Выглядит в таком виде. Сымитируем выключение зажигания. Покажу, что аккумулятор работает. Выключаю питание. Питание выключил. Все, регистратор выключил. Время 18:22. Регистратор включен.